Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW X5. На этой машине сбили лося. Итак, капот, крыло меняем, крыша ремонтируется. Бампер тоже клиент отвезет на ремонт. Разбираю. Итак, машина разобрана, и первым делом я отремонтирую вот эту верхнюю часть лонжерона. Сначала вытягиваю. После того, как вытянул, удаляю внешнюю часть. Теперь мне будет удобно отровнять внутреннюю часть. Так, эту часть я отровнял, с ней я закончил. Теперь буду исправлять то, что удалил. С этими кусками я закончил, и теперь устанавливаю телевизор, промеряю битую сторону по высоте, корректирую и затем с
свариваю всю коробку. Итак, с этой частью машины я закончил. Теперь покрасил ее. И прошелся антикором по внутренним полостям. Теперь осталось ее только собрать. Устанавливаю все части переда. Итак, все установил, все зазоры в порядке. Теперь могу приступать к ремонту крыши. Первым делом выталкиваю крышу. Крышу вытолкнул, теперь при помощи споттера делаю остальную работу.
Ремонт крыши я закончил. Установил стекло, проверил зазоры. Тут все в порядке. И на этом работа с металлом закончена. Отдаю машину на покраску. Итак, машина приехала с покраски. Я ее собрал. И на этом ремонт этой машины закончен. На ремонт этой машины ушло 9 рабочих дней. 5 дней работа с металлом и 4 дня покраска. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!